Ребята, всем привет огромное, мы с вами в эпицентре. У меня есть время, я сегодня не пошел на спектакль Butterfly Madam. Вот, и зашел, хочу посмотреть елки, посмотреть, потому что в субботу и воскресенье у нас все будет закрыто. Я сейчас покажу вам, какие здесь цены. Кстати, я вам хочу сказать, что здесь в эпицентре очень большой выбор елок. То есть, почему именно здесь? Потому что тут елку можно хотя бы на ощупь посмотреть, вот. Узнать хотя бы, из чего она сделана, потому что если заказывать... Я в маске, может, вам будет не слышно, если заказывать елку в интернете, то непонятно, из чего она сделана. Вот смотрите, видите, вот такая вот синтетика 2200 стоит. Ну, то есть это с таких вот более дешевых вариантов. А я, вот то, что больше мне нравится, вот смотрите, так это вот такая, конечно же, огромная ель. Но она стоит, ого-го, смотрите, 15 тысяч. Тут высота 2,7 метра. Видите, какая большая. Вот это тоже такая неплохая. Ну, прежде чем, конечно, елку покупать, надо знать, из какого материала, чтобы она не была вредная. А вообще елок очень много. Вот 13. Тут уже как черная пятница. Видите, она стоила 18, а стоит 13 тысяч. То есть тоже так, что камера не передает всего. Вот 10 тысяч, 2,7 Украина делает. Это с тех, которые уже такие, видите, более, ну, дорогие, не дешевые. Вот 9 тысяч стоит елка. Эти дешевые, вот такие вот, там 1000 с чем-то белая стоит елка. Вот с этой стороны, я так понял, то, что более-менее такое дешевое, недорогое. Это, кстати, очень красиво. Скандинавский, видите, стиль такой, камин, красиво, вот, мне нравится, они так классно умеют делать, вот это разные фигурки, у них в скандинавском стиле всегда присутствует белый цвет, и, конечно же, они по-разному очень оформляют елки. Такая вот, видите, стоит 4,899, 5 тысяч, а с более дешевых, вот таких высоких, наших, украинских, вот, до 3 тысяч самая дорогая. Так, ребята, не успеваю вам все показать, потому что очень много здесь народа. Я стараюсь подальше от всех держаться. Вот смотрите, вот такая вот Зоряна голубая, 4,969, с ПВХ написано. Вот я вам сейчас покажу, какая мне больше понравилась голубая. Ну, мне только не нравится одно, что там какие-то разные ветки. Вот видите, вот такая вот мне очень понравилась. Вот это тоже получается Людмила наша голубая, 2,30 высота. Только видите, тут почему-то одна ветка вот такая вот сделана, а другая вот так вот какая-то, то есть такая более мягкая. А мне почему-то нравится, когда они такие более жесткие. Видите, как будто вот с этого ПВХ, или вот, к примеру, вот такая вот, чтобы она была жесткая. Вот, чтобы она не была такая мягкая. Тут, наверное, немножко побольше, а нет, 2,5. 7 тысяч примерно стоит. Я буду сейчас убегать отсюда. Я хочу вам еще игрушек и показать, потому что игрушек очень много. А из белых, вот видите, одна только белая елка, 1500 гривен. И то, тут такой какой-то материал не очень. Есть, конечно, очень красивые елки. Вот такая вот красивая. Вот эта классная ель такая вот. 13 тысяч. Я пойду посмотрю дальше. Я, конечно, любитель такого всего, елок. Вот это очень классно, видите, 12 тысяч стоит. Но она где-то под 3 метра елка. Это для тех, у кого высокие такие потолки. Вот это, конечно, очень красивая елка, большая. 2,8. Видите, высота 11 тысяч. Тут мне понравилось вот это. За 5,420. И сейчас покажу вам еще с одной стороны. Там есть такая елка. Там, помимо того, что гляньте, какое здесь разнообразие разных игрушек. То есть выбор достаточно большой. Все-таки лучше прийти, пощупать и посмотреть, чем покупать в интернете. Короче, вот это. И еще. Сейчас я покажу, какая мне понравилась. Тоже она с такого материала. Что тут? Thank you.
такая, вот видите, тут более твердая, она такая не мягкая. Еще плюс классно, что тут добавлены шишки. И цена и опять 964. Должна быть подставка, да, есть. За елку спрошу. А пока еще покажу вам, какие маленькие есть. Смотрите. Получается, у кого нету возможности купить большую елку, он может себе прекрасно купить маленькую. То есть тоже намного достаточно. Это смотрите, какая. Мрия, лейта, ПВХ. Ну вот это знаете в чем минус? В том, что она, видите, как сыпется. То есть вы пока ее соберете, блин, капец. Это все будет на полу потом у вас. Вот. Та, которая мне понравилась, вот она в том ряду. Ну, не знаю, мне как-то, честно вам сказать, мне жалко за нее 6 тысяч давать. Это дорого, не дешево. Ну, хотя Новый год раз в году, но все равно как-то на один месяц покупать такую дорогую, вот видите, 900 гривен. Еще очень красивый такой, вот видите, декор люди берут. Или же вот такие вот, сейчас покажу вам, венки. Да, венок, правильно, да, венок. Венок, да, вот видите, какой. 390 гривен. Вот это очень красивый, тоже 390 в виде яблок. Или вот такой вот белый, тоже классный, смотри. Или вот 298. Загляньте, какие игрушки разные, красивые здесь. Ой, верхушки тоже красивые, видите? Наверх на елку. Вот эти очень красивые. И сейчас еще покажу, какие мне понравились игрушки. Вот такие вот, видите? Но они идут от 150 гривен, то есть разные там. Снегурочки. Даже вплоть до того, что в пингвинов делают. Деды Морозы, пингвины. То есть грибы разные. Собаки. Вот это тоже мне очень нравится. Конфеты разные. $140, $165. Еще знаете, что классно было? Это вот там я видел такие большие игрушки. Ну то есть очень огромные. Такие вот. Сейчас покажу вам. Носки разные, видите, подушки, то есть сюда можно конфеты сладкое складывать. Вот, смотрите, какие огромные шары по 350 гривен. Но вот эти мне тоже не очень нравятся, потому что вот эти блесточки, они потом остаются на пальцах. То есть тоже такое не очень люблю. Но сейчас все есть. И если раньше не было, сейчас есть искусственные снежинки. Вот, смотрите, которые, видите, вот эти типа как подвешивают их вот. В офисах часто тоже вот это используют, такие вот снежинки. Или вот эти мелкие снежинки. Это, так я понял, ихняя елка. Смотрите, какая большая, красивая, да? Это классная тоже. Тут есть нотка скандинавского стиля, видите? Потому что бык, вот быка. То есть тоже такое. А вот, кстати, непосредственно сам бык, гляньте. Класс. Му-му. Красиво, да? Вот год быка. И бык такой огромный. Ух, класс. А вот, кстати, то, что я вам хотел показать, то, что мне нравится. Вот они. Однотонные игрушки, то есть игрушки в один тон, смотрите, то есть они раз
То есть одного цвета вот такие вот наборы, смотрите. К примеру, 800 гривен целый набор. Или вот синие такие. У нас красные, только я не здесь брал, уже не помню. Но видите, то, что мне не нравится, что здесь вот эти есть такие с блестками, то есть, что потом остается на руках. Хотя, конечно, можно и самому собрать, но кому лень, тот может покупать готовый вот набор. Видите, красных, там, белых, синих, какие хотите. Или вот такие вот наборчики, тоже классные, однотонные игрушки. То есть можно выбрать себе елку в одном тоне, как вы хотите, и все. Это самое лучшее. И бантики тоже, кстати. Правда, вот эти огромные, я не знаю, на какие елки их вешают, потому что они очень огромные, эти игрушки. Так-то. Надо смотреть. Вот эти тоже. Смотрите, какие красивые. Мне такое вот нравится. 6 штук в упаковке. Вот, кстати, бантики тоже. И вот тут тоже, видите, эти игрушки, которые сейчас делают. Все в таких вот блестках. Это же бантики разные. Кто-то, кстати, даже любит вот такой. Вот, видите, сейчас вот с такими подвески, с такими стразами разные. Лошадки. Вон, смотрите, какие балерины, олени. Вот это, кстати, тоже очень красиво на елке смотрится. Разных цветов. Видите? Вот коньки красивые. Вот тоже олени. Класс. Не знаю, как вы, я вообще такого балдею. Я люблю разные игрушки, елки, вот эти праздники. Так, я иду сейчас тут. Света еще с Артемом где-то здесь ходят. Они, по-моему, папе подарок ищут. Вот эти тоже красивые, большие такие, видите? Это, по-моему, в прошлом году такие видел. $76 штука. Это по 112 гривен. Тоже красивая. Красная, смотрите, какая классная, 99. Или вот синяя тоже. С такой вот снегурочкой. Ой, вот это вообще тоже. Ну, это ж вручную, наверное, все сделано, да? Не знаю, напишите, кто из вас знает. На заводе ли это делают, или это делают вручную. Он тоже, смотрите, какая красивая. Вот это тоже такой ангелок. Так, я иду искать Свету с Артемом. Вообще классно, смотрите, сколько всего. Я вам сейчас советую ехать в эпицентр, потому что тут все можно пощупать и посмотреть. Что, я посмотрел елку. И, честно говоря, ничего не купил. Просто посмотрел, какие цены. Да, она мне понравилась, но я не купил ничего. Я купил в Интерспорт, зашел там в тренажерку, штаны и шорты взял. Ну и, в принципе, все. Уже как бы под вечер, народу здесь мало очень. Ну, я вам скажу, цены хорошие, такие адекватные на елке, и выбор большой достаточно. Ну, просто стоит ли тратить деньги на елку, такие большие, 5 чем-то тысяч, что она там месяц постоит и все, я думаю, не знаю, уже достаточно той, что у нас есть, оставить нашу елку. Да и все, в принципе, на этом стоп может купить каких-то пару игрушек и все. Мы с вами погуляли по магазину, посмотрели эпицентр. Всем хорошего вечера, настроения, пока.